Будто Голубкова в отсутствие мужа рассказывала о своем, о женском. Да и кому же еще поведать об этом, как не Марии? У кого же спросить, как не у нее? Как ты думаешь, завести нам ребенка? Но ты прокупайся. У вас это не будет. Ответила Мария. Какой ты добрый, какой ты хороший, Мария. Спасибо тебе. Милые женщины, смотреть на вас радость. АО МММ.